Один из них, Дмитрий Кулагин, не случайно нам его представляли. Несколько сезонов до того провел в составе ЦСКА. Кури Хиггинса. Таким образом, вся стартовая пятерка ЦСКА сейчас отдыхает, но в матчах внутреннего чемпионата поймать не удалось, но тем не менее 2 очка еще. Кулагин. И вот Кулагин проходит через Клайбер на плюс один, делает Дмитрий Кулагин. Не просто, это могу сказать, через Клайбер на забить, который с длинными руками, с высоким прыжком, гораздо выше. Выступает, уже 4 пропуска у него на счету. Помимо капитана, на Дмитрий Кулагин еще плюс один делает Дмитрий. Сильно. Но обычно вот перебарживает Дима, очень долго вот это вот, когда вот он центрит, пытается использовать габариты. Такой Бейлигар, он прорвался сквозь спины своих соперников. Рохов из угла попадает, Райан, его третий трёха в этом матче. Ну, полтора очка нужно отдать Дмитрию Кулагину. Согласен. Мог и сам атаковать. Его может он отбирать и на дриблинге, который все-таки не идеальный у Кулагина, но вот поляну сечет, конечно, замечательно. Дмитрий снова видит свободного Бейлигара, тот открыл буквально на мгновение под кольцом, но ой-ой-ой, Дмитрий Кулагин, да, в своем репертуаре, да, красиво, но не чупал кольцо. 55-60, чуть улучшили свой процент армейцы попаданий с игры, но он не падает у Локомотива, и за счет этого растет преимущество краснодарской команды. Они и эту приходится Марте перебежать на другую сторону, сдваивается Деколо на нем. Кулагин не дает в угол на свободного партнера, Кулагин проходит сам. Очень хороший мяч забивает Дима. Перевисел, на левую руку переложил, сложный мяч. Отыграл и вырвал победу. Сегодня Дмитрий Кулагин самый результативный игрок матча в составе. От игры несколько неожиданно и для меня тоже, потому что, как я сказал в начале репортажа, смотрите, Кулагин еще и блокшот на Деколо поставил.